говорю. Все мягенькое, все такое, ну, по уму сюда, там, сама. И цена прекрасная. Сама явно больная, мешает, когда мне все давит, чешется. Ага, я их так сниму. Смотри, Альдебаран. Прелесть, да. А сколько она тоже пись? Она... Да. Да. А шапка, смотри, да. Даже это повтора не будет, потому что не прикольно. А какие будут повторы? Да фиг его знает. Красивый. Мне и синий нравится. Это масленица горошек? Или просто блюдечко? А, масленка, да, просто... да. Не, масленка. У меня, кстати, такой чайный сервис. Но масленки у меня нет. Спроси, сколько стоит. Может, тебе она нужна будет. А сколько масленка стоит красный горошек? 50 гривен. Так, тело я не питаю. О, вот нужное, посмотри. Это мышеловки, крысоловки. Как она называется? Ну, это... Я называю под яичница. Как правильно, я не знаю. Ну, сеточка для яиц. Сюда вот вкладывается и несёшь. И тоже яиц. И фрукты тоже. Ага. Клубнику, малину. А сколько стоит такая сеточка? 50 гривен. Советская, редкость. Да, да, я же вижу. И на рыбалке, если рак и варить. Ой, что-нибудь. Кстати, по поводу рыбалки спроси. Нам нужны что крючки и грузилы, не знаете, где тут? Это ниже пойдете туда. Это для привитки. Покажи, что это. Что? Вот какие-то крючки сейчас. Ну, это не такие, конечно. Это мормышки. Да, я вижу. Откуда ты знаешь, какие надо? Да. Бычка. Ну, бычка я не знаю, что там. Такого плана. Бычки есть. Только вонючие они немножко. Сейчас. Только такая утятница. Ура. Только на больших не написано. А большие сколько? А большие 20 и 15. Вот те, вот те вот, те вот. Ну, вот эти круги, да. Цена там видно? Да, 2,50. Ну вот, нормально. 5 гривен получается. И хорошо. От 50. Нет, там уже нет. Такие маленькие остались. Открывайте, это советские еще. Такие видишь? Так они подходят нам? Упаковочка 32. Подходит вам такое? Все равно будет недорочка. Нет, эти нам не подходят, но... О, это вообще красавцы. Нам надо, чтобы вот этот вот хвостик был такой длинненький. Угу. Так, ну сейчас... То есть эти тоже не подходят, да? Папа собирал, зачем он столько вкусных? Как это зачем? Нет, то, что он рыбак был, да. Пойдем, мне какая. Потому что мне столько не надо, мне в свою угу. Есть. Так, это прямые, это нам не подходит. Я ловила, оно не ловилось. Они соскальзывали. А с вот этими клювиками они про этот. Это тоже прямые, они не подходят. Ну, это обычно вот, да-да-да. Тут привязывается леска с крючками, с грузилом, а тут основная. И накручивается. Да-да-да. Я только учусь. Я только учусь. А сколько эти штучки стоят? Ручку. Ну,
наверное, возьму. Ру, там 10 штучек должно быть. Подожди, а как Ваня мог на тебе жениться, хотя я с пол жена? А есть наши тети? А вон литовый. Ну, если возьмете только вот это за 250. А сколько вот это зелененькое? С кисточками. Поперечки еще. А мы с Иришей. Ну, короче, оно все взаимосвязано. Это все черное да черное. Когда-то вот ты день два часа приходишь. Холодная годила. Дикая сова, шикарная. И котики. Лапами. Она новая, мы не успели погонять. Тебе же Надя как раз лев, вот ей возьми. Я найду. Девушка, возьмите, я возьму вашего этого льва. Да. Секунду, извините, пожалуйста. А 24-го? Ну, давайте тогда запишем. Сентября это лев или нет? Это сентября, это может быть даже уже и не дева. Самоварчик. А вон подушечка с белочкой. Я вот какой-то рассмотрел. Чем не знаю? Не, у нас то, что... Да, я вижу. Я навела. Ну, я понимаю, что не надо. Не белочки. Но она так душечка. Это пчела и фикс. Все сумки по 150 гривен. Пакеты кому надо? А там ручка длинная есть внутри, посмотри. Вот этой? Да.
Да. Ага. Неплохой цвет. Она затягивается. Да? Угу. Такая шапочка. С глазами, видишь? Так, книжечки. Что нужно знать о рыбах? Мы сегодня как раз идем на рыбалку. Да. И, наверное, нам нужно сначала нужно просветиться, почитать эту книгу. Что ты знаешь о рыбах? Что мы знаем сегодня? Ну, что-нибудь узнаем. Что-нибудь узнаем сегодня, да. Эрмитаж, Лувр, Прада, Национальная галерея. Тут даже рыба изображена. Я люблю карту воды. Ну и не только карту, делала вора и толстолоба, и палки. 3,90 и 4,20. Ну тут маленький этот заусенец. Не, я сам посмотрел тест. 100-200 грамм как-то так это вот. Я тоже говорю. Я купил себе 3,90, 5 ЛБ, это 150, 160. 5 ЛБ, 38 граммов, по 200 Я понимаю, что на шортах, но я же понимаю, что шорты. Ну даже и на шортах. Вот после смотри, тут вот есть всякие принадлежности. Если мы устали, вот мы сидим. А кто же нам принесет кто же нам на пирс принесет это кресло? Если мы не устали.
вообще устали, мы можем лежать даже. Точно. Вам куда, на что? На бычка. На бычка. Вот правильно взяли. Ты покажи мне его. Тоненький. Можешь его показать? Нам надо, знаете, чтобы была обратная заусеница. Ага, не видно. Ну, вот, вот без. Значит, цель нашего похода на барахолку сегодня была покупка рыболовецких снастей. Да, мы купили вот эти вот такие крючки, для бычка. Для бычка. И потом мы вам покажем свой улов. Вот такие грузила. Грузила. Угу. А это? Вот такие штучки. Это для того, чтобы не запутывалась леска. Ну, кроме... Для этих бычков мы еще накупили много всего другого. Да, да. Да, купили вот такие повязки, да, на голову. Вязаные осенью и не холодную погоду зимой. Прекрасно носить, да, голову. Так, такую вот сеточку купили. Для яиц. Для яиц. Не только для яиц. А как она складывается? Она складывается вот раз. И ручки так опускаются. И вот она совершенно не занимает места, да, в вашей сумочке. Одна из самых прикольных сегодняшних покупок – головной убор. Это ты купила для кого? Для бывшего зятя? Нет, это я купила, у меня есть друг, который собирает головные уборы прикольные. Я думаю, что он оценит это по достоинству. Это лев. Даже есть вот с кисточкой. Да. Такая кепочка. Кепочка прекрасная. Так, это мы у китайцев купили сумочку, да, за 150 гривен. Новая. Внутри есть ручка, которая носится через плечо. Да. Очень мягкая. Ну, цвет вы видите летний. Еще мы успеем поносить. Да.